Доброго времени суток, дорогие друзья! Вы на канале Юбилейные монеты. Сегодня на моем обзоре мы рассмотрим монету номиналом 25 рублей. Эта монета посвящена медицинским работникам. Называется эта монета «Спасибо врачам за самоотверженный труд по борьбе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19». Как вы видите, на монете у нас изображение двух врачей. Это женщина и мужчина, которые держат специальный чемоданчик для реанимации больных, ну, для помощи больным. На фоне они стоят скорой медицинской помощи и на фоне больницы. Монета чеканилась на Московском монетном дворе из медно-никелевого сплава тиражом в 5 миллионов экземпляров. То есть тираж у данной монеты довольно-таки большой. И, естественно, это сказалось на цене монеты. А стоимость данной монеты сейчас составляет примерно от 50 до 100 рублей. Но я эту монету купил немного раньше. Она стоила 100 рублей. Я ее купил за 100 рублей. Но сейчас эту монету можно найти за 50 рублей. Такая вот монета. Состояние довольно-таки хорошее. Это монета из банковского мешка. Следов обращения у монеты нету. Вот. Год чеканки, 2020 год, Московский монетный двор. Герб Российской Федерации, написано Российская Федерация. Гурт у монеты стандартный, 180 рифлений. Такая вот интересная монетка. Ну на этом все, друзья. Спасибо за внимание к каналу. Если вы еще не подписаны, подписывайтесь обязательно на мой канал. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Всем спасибо и всем до скорых встреч. Всем пока.